Итак, приветствую вас, кто будет смотреть это видео. Меня зовут Сергей Поджаров, мне 35 лет. Я занимаюсь свадебной фотографией в своем городе. Живу в городе Сургуте, Ханты-Мансийского округа. Вот, и недавно закончил первый модуль школы коучинга устранения внутренних конфликтов Павла Колесова. Вот, почему я решил участвовать? В жизни все вроде как бы все хорошо, квартира, машина, семья, жена любящая, детей двое. Но вот как-то, когда родился второй ребенок, понял, что я даже не могу как-то вот искренне, со всей душой порадоваться рождению, и вообще вот как-то пропала радость, детская вот эта вот радость жизни. Радость мелочам каким-то. Вот. И я как-то перешел по ссылке Павла Колесова на игру «7 шагов к счастью». Вот. Там было задание, одно из заданий. Нужно было говорить, смотря в зеркало, самому себе, что я себя люблю, там я тебя люблю. Но мне даже это было сложно. Вот в дальнейшем на одной из коуч-сессий, на самой первой коуч-сессии с Андреем Мусыниным мы это отработали. Был блок на запрет проявления чувств и, видимо, в том числе по отношению к самому себе. Вот. И это было что-то потрясающее. Первая сессия, конечно, это было такое ощущение, что из черно-белого фильма ты сразу же в цветной. То есть все краски вот эти вот серые, блеклые, они насытились, наполнились, стало больше радости. Вот, и это была только первая сессия. Вот, второй конфликт, который также с Андреем Мусыниным мы устранили, это, наверное, есть такое выражение в простонародье, что люди подумают. И это у меня прям очень сильно мне мешало жить. Это прям ощущение было на спине, когда ты где-то там по улице, в каком-то общественном месте, там ресторане, не знаю, незнакомом. И ощущение, что на тебя вот прям все смотрят, как будто ты кому-то, как будто ты кому-то нужен. Вот. И это, конечно, ощущение не давало расслабиться, оно сковывало, зажимало. Вот теперь мне насрать. Вот. И мне даже насрать, что вы подумаете. Что я говорю, это плохое слово, возможно, кому-то оно покажется плохим. Но я таков, какой я есть. И это очень радует. Именно, наверное, это школа коучинга. Я бы, наверное, так назвал. Это путь, это возвращение к себе самому. Потому что как-то где-то слышал, быть собой – это великое достояние. Вот. И я думаю, у меня уже часть пути к этому прошел, и очень хорошо и радостно от этого становится. Вот за время школы коучинга, наверное, уже порядка 15, может, чуть больше внутренних конфликтов я у себя устранил, работал. Как я говорил уже с внешним коучем, с Андреем Мусыниным, у меня была одна сессия с самим Павлом Колесовым, где после нее был очень, очень интересный эффект. Вернули мужскую силу мою, и у меня было ощущение прям физически, как будто мои руки стали, мышцы на моих руках и в груди, они прям увеличились в объеме, стало больше. Вот. Почему я выбрал именно эту программу? Потому что, в отличие от того, что я, может быть, где-то искал, читал, вот, я давно понял, что нужно меняться, и там, прочитал каких-то ряд книг. Но вот такой конкретики, как здесь, как бы нигде не было. Либо была просто теория, ты понимаешь, да, вот это вот... Думать о людях – это хорошо, там, вернее, думать хорошо о людях – это хорошо, думать о себе там, и так далее, что там
твои мысли, твое эмоциональное состояние влияет на твою жизнь и так далее. Ну а скажите, что делать? И такого вот конкретики, как здесь, и очень легкой работы в плане легкой и быстрой, что за одну коуч-сессию, вот это вот, допустим, мое, что люди подумают, ну, я, наверное, вот это чувство присутствовало, сколько я себя помню, наверное, практически с малых лет, вот я прям очень большие неудобства испытывал, если заходить в какое-нибудь место, и я прям очень рад, что я от этого избавился. Вот, и еще такая штука, я поначалу, признаюсь, я не доверял своим коллегам, ну, в плане, что вот есть там внешние коучи, есть Павел Борисович, да, который уже очень хорошо владеет этой технологией, что может сделать там такой же ученик, как я, который там прошел пару уроков. Я как-то очень скептически к этому относился, в том числе и себя, как я могу кого-то что-то там прокоучить, сделать, устранить его конфликт, но, как оказалось, действительно метод настолько удобный, простой, не знаю, в использовании, и начали работать там с ребятами, с девушками из моего потока, и такие же эффекты, очень хорошие, очень все круто. Во сколько бы я оценил эту программу, ну, тех денег, которые заплатил, я считаю, и теперь, видимо, мои изменения, еще и моя супруга тоже говорит, это очень дешево, но я купил сразу тариф Platinum, оплатил 3 модуля, вот еще впереди 2 модуля, чему я очень сильно рад. Вот, ну, на мой взгляд, все 3 модуля, ну, как минимум 1500 должны стоить. Вот, то, что я там в 5 раз меньше заплатил, это, ну, для того, что ты получаешь, это прям очень мало. То, что какую стоимость я заплатил, когда я прошел 2 первых коуч-сессии, я тогда поймал себя на такой мысли, если даже это все, то я уже очень безумно рад, что вот именно так. Вот. А что касается, если кто-то сомневается, я тут скажу такую вещь, которая бы меня, наверное, сильно замотивировала. Одно дело, когда ты, ну, живешь и не знаешь, что вот есть способ, да, очень легкий, очень быстро измениться. Но другое дело, когда ты зашел там где-то там, я не знаю, по рассылке перешел, либо каким-то другим образом от знакомого узнал, неважно. Когда ты уже узнал об этом, и ты теперь знаешь, у тебя есть шанс измениться, и ты можешь его либо использовать, либо жить всю оставшуюся жизнь с мыслью лет через 10-15, когда будет все так же плохо в твоей голове, блин, а может все-таки стоило бы попробовать. Вот, так что желаю всем позитивных изменений в себе. Вписывайтесь в этот проект, здесь очень круто, очень классно, все очень легко, просто, классный коллектив. Вот, ну все, всем пока.